Зря проехали лишнее расстояние. Я ж только что поремонтировался, блин, машина уже вся разбита. Алло. Охереть. Как тут скрипты работают, блин. Починился раз, 1000 просто во время выезда сломал себе. Починился два, 500 себе во время выезда сломал. Причем вообще от меня никак не зависит, сломает он или нет. Быстрей, быстрей, быстрей. Быстрей, быстрей. Как долго все это тянется. Давай уже поговорим с оракулом. И все, и решим вопросы раз и навсегда все. Только загружайся, пожалуйста. О да. О да. Ну а теперь самое интересное осталось. Кто же и что же и куда же? И где же? Самое главное. Ну хоть здесь пулеметы не вернули назад. Это уже радует. О, а вы кто такие? Боец СО? А что это за СО? Служители Оракула? А, точняк. Все-таки починили эти негодяи, эти пулеметы долбанные. Да не то это завод. Нам надо направо, значит. То есть, если быть точнее, прямо. Да, потом вот сюда. Сколько ж мы здесь уже исколесили-то с этими заданиями? Оракул, хренакул. Красиво. Сейчас мы же чисто по приколу попытаться его взорвать, вот этого вот служителя. Сейчас мы сохраняемся. Я, короче, сохранился и загрузился сразу. Очень хороший способ. Светлого неба. Ага, и тебе тоже. Готовься. Вот и все.
Разрушительный слон. 949 вместо 750. И дробовик, и все, и это, блин, полный пипец. А у тебя что? А у тебя вообще ничто. Так, загружаемся, значит, и по-мирному едем. У них... Не понял. Фу, опять в кнопках запутался. В общем, у них ничего интересного из оружия нету, и просто точку зрения я проверил свою. Мы, в принципе, его с одного залпа сносим. Только так. Я сейчас эта штука откроется, туда вылезет оракул, будет ходить, все топтать, разрушать, а мы его должны будем замочить. Ты вернулся с ключом. Да, вот второй диск. Передай его мне и жди ответа. Ну что, мне еще остается? Буду ждать. Мне удалось прочесть содержимое диска. Это действительно дневник твоего отца. Мне потребуется некоторое время, чтобы проанализировать весь объем информации. Но на главные вопросы я могу ответить уже сейчас. Говори скорее, где мне его искать? Последняя запись гласит: моя цель близка как никогда. Я собрал все необходимые сведения, подготовился так хорошо, как мог. Нет смысла медлить с поездкой. По ту сторону пустыни могут жить люди, но мне до них нет дела. Впрочем, они могут указать мне путь. Если мне удастся задуманное, мир изменится к лучшему. Если нет, мне все равно нечего терять. Я был уверен, что мы найдем его... Я был уверен, что мы найдем то, что нужно. Что там еще написано? Читай скорее. На диске содержался чертеж, в соответствии с которым вы можете подготовить грузовик с жестким погодным к жестким погодным условиям пустыни. Я сделаю копию. Покажи ее специалисту, и он сможет воссоздать устройство. Теперь осталось только найти мастеров. Думаю, что в Мидгарде мне с этим помогут. Что касается остальной информации, то эти данные слишком опасны, чтобы доверять их невежественным людям. Когда придет время, я поделюсь ими с лучшими представителями человечества. Ты все-таки обманул меня. Хорошо, хоть я успел получить нужные мне сведения. И что теперь? Что дальше? Подготовиться к путешествию по пустыне. Приехать в Мидгард. Почему в Мидгард? Что, других городов хороших нет, что ли? Мидгард. Мидгард. Так ёптить, Мидгард — это обсерватория. Взаимно, вам тоже. Храните эти данные как зеницу ока, я потом приеду, узнаю, что там было в дневнике. Блин, а про пустыню я что-то и забыл. Ну-ка, что это такое перед нами? А, это... Долгих лет. Это забор. Взаимно, вам тоже. С дороги уйди. Разнешу же ненароком. Точно, я уже и забыл про этот Мидгард. Мидгард же это обсерватория. Там, где мы первый раз молоковоз, по-моему, увидели. Не попали. Очень часто переходы между уровнями — это так опасно, так опасно в этой игре. Она нихера не работает нормально.
261 км в час мы разогнались на Урале. А вам слабо? Готовить машину к пустыне. Может, там вообще какая-нибудь другая машина должна быть. Ну вот, нормально. 1000 нам хватит. У нас, блин, топлива больше, чем жизни. Ну, по объему, в смысле. Кто-то чинит постоянно эти долбанные пулеметы. Кому это в голову больную приходит? Надеюсь, что мы правильно едем. Хорошо получилось. А это что еще за мост такой? Эльминск? Что-то странное. Осталось 500 метров до нужного нам места. Самое главное, чтобы невидимые стены нам не помешали отсюда съехать спокойно. Я помню, вдоль песчаного берега мы с вами спускались. Ой, спускались. Доезжали. Это типа бывшее русло реки, по ходу дела. Наверное, не в ту сторону едем. Сейчас, короче, через Фист проедем лучше. Отличный шторм с электронаведением. Ну, уже неплохо на халяву-то. Да что ж творится-то, а? Дай выехать. Так, а теперь дай заехать. Во! Да, мне в эту сторону и надо как раз. Отлично. Я практически доволен. Не то чтобы очень, но практически. С
стоят, тарахтят в сторонке. ТНВДшки свои теребят. Хочу, да.